Сегодня в Сочи прошла 21-я ежегодная встреча руководителей пограничных ведомств, береговых охран прибрежных стран Черноморского региона. Из-за пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось. Сегодня же подвели итоги двухлетнего взаимодействия шести стран. Председательство на форуме осуществляется сторонами поочередно. В нынешнем году Турция передала рынду корабельный колокол России. Помимо этих двух стран, на встрече также присутствовали делегации пограничных ведомств, береговых охран из Болгарии и Румынии. Представители же пограничных структур Грузии и Украины на форум не приехали. Подобные встречи, став хорошей традицией, позволяют нам быть уверенным в нашем единстве. Единстве понимания всех угроз, которые складываются в нашем регионе, единстве позиций по вопросам сотрудничества в целях безопасности наших граждан, наших государств, единстве подходов в борьбе с постоянно трансформирующимся злом. Стороны обменялись оценками об обстановке в акватории Черного моря в сфере пресечения противоправной деятельности и утвердили приоритетные задачи на 2022 год. Завершилась встреча традиционной церемонией – высадкой дерева дружбы в орнитологическом парке Сочи. Напомним, что форум был учрежден в 2000 году. Тогда все причерноморские государства решили совместно способствовать развитию безопасности и стабильности в Черном море.